подготовка у нас проходит в процессе постоянной боевой подготовки, в процессе занятий по физической подготовке, огневой, тактико-специальной. Поэтому мы довернули свою подготовку применительно этого конкурса, этих испытаний, чтобы достойно пройти данные испытания и получить наградной знак доблести и мастерства. Все благополучно дошли до завершающего этапа. Конечно, есть большая разница в климатических условиях и природе данного края. Очень трудно проходить в лесистой и болотистой местности. Это получили очень хороший и большой опыт преодоления данных природных заграждений. Получили огромный опыт во всей профессиональной подготовке, повысили свои навыки, умения.